Снова всем здорово. Мы проходим специальный мануальный массаж. И сейчас у нас грудная клетка. Значит, делается одинаково, как и мужчинам, и женщинам. Отводим мышцы в противоположную сторону от грудины. Место крепления ребер вот к грудине. Мышцы, соответственно, тоже прорабатываем. Растираем. Такими круговыми движениями. И разминаем. Под мышцу залазим и накатываем руку на нее. На свою руку. Раз, два. Ну, вот в трех положениях получается. Раз, два, три. Потом отводим руку вот так расслабленно. И всю вот эту мышцу растрясаем. Все должно быть расслаблено. Так, ну-ка попробуй. Да, растираем, растираем. Еще где-то передняя дельтовидная мышца. Тут можно еще один нюансик есть, можно еще добраться до подлопаточной мышцы. Надо закрывать отросток, лопатку вот так вот вытащить, выдвинуть сюда. Не больно? И прямо вот так вот проработать под мышкой, попадаем под лопатку с той стороны. Не вниз, вот туда. Выдавливаю ее как бы. Лопатки расходятся, получается. Мы с этой стороны можем под них пролезть. Здесь? Да, чувствуешь лопатку? Вот, да. Жесткая там. Вот ключицами разминаем. Тут бывают очень большие напряжения. Если на чувство напряжения, то есть вот это напряжение, то можно применить пострефлексическую релизинг, в общем. Тянем, мышца как бы выкатывается. Продольно ее тянем и по диагонали. То же самое над ключицами, но тут как бы мягенько так вот понажимали туда и мягко размяли. Там бывают болезненные, там же лимфоузлы находятся, поэтому делаем здесь мягко. Также можно грудино-ключично-сосцевидную мышцу, когда мы поворачиваем голову, она как раз вот видна, напряженная. Тут тебе как-то не видно, вот она, вот она. Ее оттягиваем вот так вот. Крепится она тут к сосцевидному отростку здесь. Вот до него доходим. В эту сторону и в длину. Ну а ты с другой стороны сделай. Не, дело, я просто вспомнил, мы сидели в одном. У девушки, ну, в медицинском спрашивают, где находится грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Она говорит,
Ну как, вот грудина, ключичная, шестовидная, вот круглая, треугольная такая. К соску идет мышца. Так, все, кладем голову ровно. И по этим мышцам мы мягенько пальчиками так вот спускаем лимфу такими мягкими движениями. Вот туда под ключицу. Чуть ключицу потолкали на себя. Развели лопатки и плечи. И применяем еще один прием пира. Пир после изометрической релаксации, она как вспомогательная для массажа и для мануального терапевта. И может быть и дополнительную релаксацию создать, если человек от массажа не расслабляется полностью. По диагонали, соответственно, давим в плечо, в таз. Но сначала надо потренироваться. Попробуй так на меня давить. Вот, да, на скручивание. Все, 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 правильно, правильно. И теперь плечо. Ага. Все, видишь, мы понимаем, что он понимает, какие мышцы сейчас должны включиться. И тогда уже говорим, с закрытыми глазами, на вдохе, с задержкой дыхания, начинает давить обоими. Да, 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 да. Создаем давление секунд на 10-15. Раз, два, три, четыре, пять. Все, отпускай. И чуть туда добавили. Пару-тройку раз можно так сделать. Две стороны, как правило, расслабляются почти все мышцы спины. И живота тоже. Вот. Ну, на этом все. Дальше можем перейти, если надо, там, к массажу лица, допустим, или каких-нибудь висцеральной терапии. Но об этом в следующем видеоролике. До новых встреч. Друзья, с вами был Олег Алавгудвин.